Вайт, да, с каких играем? Вайт. До 21 года. Нет, это ложь. Не-не, серьезно. Ну Ну, да. серьезно, если что говорю, мы до 21 года Не-не-не, играем. Вайт, сори. Все нормально. Мы продлеваем, потому что мы поздно Не-не, начали. Вайт, до 21 никак не получится, к сожалению. Да Ярик, успеешь в школу сходить, не переживай. Не-не-не, сори, я просто в лиге не буду участвовать с Все. такими приколами. Ну, школа закончилась же. Не, А, не только закончил. Ярик. Но Да, в любом Ярик. случае закончилось. Да. Ну вот и все, Ярик. Чё бухтишь? Чё бухтеть? Ну не, я не впал столько в этой лиге говна. Ярик, расслабься, иди, давай, иди пивка выпей, все хорошо. Не, я впал столько в этой лиге говна играть, все, хватит. Ну вот оно как. На Вайсе я могу ливнуть? Я замерился сейчас с Йогом. Нет, Вайт, окей, мне все объяснил, что следующий сессия ласт, поэтому все хорошо. Ну, в школе, Маша. Сейчас, ну все, значит, мех у Мотя. Спасибо, что слово. Где он там? Лиса сразу спряталась. Спряталась! А, чел, 40 анграмма, я шерю, типа, институт. У меня нет, здравствуй. Это в банкротстве. Выйдет. Чё больше профит жигает? Страна, иди нахуй, во-первых, на карту, во-вторых, типа... Блять, была бы речка, я бы с удовольствием посидел. Сюда на еще и речку он хочет. Жесткий. Ой, какой а дайте в долг 1200 монет. Короче, до конца сессии точно досиди, потом. Алло, чел, давайте, заканчивай, блядь, сессию. Я с 21 года играю. Ты ебанутый, блядь, мне вставать в 5 утра, ты конченый, блядь, или что, блядь? Браток, не бойся, Дуэс, я тоже под конец года выйду из этой лиги. Даже меньше. Я с конец года ливаю, ну да. 10 минут, ничего не изменит. Если с моей стороны, блядь, будет все плохо, но... Я типа не пойду больше. Меня сильно не интересует. Я сказал, что мы играем до 21 года. Ну, Вайт туда. Ебануто, об этом надо блядь, либо голосование делать, ебать. А просто так решить, ебать, я могу нахуй, я играю, блядь, до... До 0009, нахуй, и ливаю, блядь. За тебя и так рехостили, хули ты выебываешься? Блядь, у нас были рехосты, мы стартанули, было... Охуенно, блядь. С какого-то хуя ты вообще сам принимаешь решение, блядь, чел, нахуй. Что я организатор? Да, организатор. А, ты организатор, ебать. Охуеть. Хули органис. Хули нет. А хули ты вообще что-то решаешь? Не играй, там пока постельку себе расстели, там иди зубки почисти. Может, ты, блядь, примешь решение заменить чела, который, блядь, 8 раз, блядь, это, блядь. Кстати, о, да. А можешь ник? Я заходил на ход джойни, нет? А можешь ник назвать? О. No longer рассинхрон, ебать. Здорово, Вайт. Как а лига, нормально, нахуй? 30 рассинхронов за сессию. А, стука, я в этом виноват, потому что ебучие рассинхроны? А нахуя ты бренд запускать сказал? Вот он опять зашел и рассинхронился. Ну и все, не пустили себя. Осталось, блядь, недолго. Он вылетит через минуту. Да, недолго, 2 месяца. Что, да сиди там 3 года на брейндеде, блядь. У него все равно в Америке контент, блядь. Пробки колонятся. Вайт, если вы поиграете больше года с моего выхода, я ливаю. Я сказал, до 21 года. Мне все равно, что ты сказал, я тебе тоже сказал, что если будет больше года без меня отыграно, я ливаю, все. Блять, что ты обращаешь, нахуй, сам ебать. Иди ты нахуй, блядь. Мне все равно, Вайт, что там хочешь, но... Если ты за мой лиф пожалуешься Смиту, я ему объясню, что ты просто говноед, который продает сессию просто так, без согласия участника, все. Как говорится. Нахуй, еще раз говорю, я хорошо, да я могу пойти, да. Ну, все. Все, окей. Я через месяц выхожу. Ну, мне не сложно. Раз ты такой. Ярик, Донской же так же делал. Ну, в смысле, так же делал, типа. Чел просто так продляет сессию без всего. Ну, мне абсолютно все равно, типа. Я не обязан играть после 12 вообще. Ну да, все. У нас сессия ограничена до 12, все. Ну и посидишь на голосовании, я что-то не вижу, в Риванов тоже не было, пока. Типа. Удачи. Какие голосования? У нас все это, блядь, тоталитаризм, нахуй. Пока, Вайт. Ну посидишь на брендеде? Ну посижу на брендеде, потом не буду играть в эту лигу, я без проблем. Я просто не приду, нахуй. Ну, насливаешь на Ярике. Ну, насливай на Ярике, потому что ты говнет, который просто так продрил сессию. Ну, я все, время закончилось. Время сессии закончилось, все. Ярик, еще раз говорю, блядь, я принял решение продлить лигу. А, мне все равно, что ты принял решение. Ты принял решение сам. Если ты решил выйти раньше, блядь, хорошо, посиди брендед. Если собираешься просто из этого ливнуть, значит ты ливер ебучий. А, да, Вайт, наберешь. Хочешь ливнуть с лиги, ну, блядь, ну, ливай. Ну, потому что, да, принял. Все, пока. Я думаю, я принял абсолютно нормально. 6 сессий это было
Отлебить, блядь, да продлить на час, не, ебать, вайт, не дни, вайт. Нахуй, ебать, вместо всё, выходных. Вайт, ладно, если бы было суббота на воскресенье, я бы понял, ебать. Только хуй ты получишь. А вот эту хуйню, это пиздец, блядь. Нитики, просто шок, ладно. Ну, если ты, блядь, безработный школьник, блядь, я тебя поздравляю, нахуй. Ты всё, можешь... охраняем. Он безработный студент, не надо. ЛП от этого Лива вставать или нет? И если что, я бы абсолютно все доказал Смиту, то что Вайт просто так решил продлить сессию без какой-либо, ну типа, да. Приходит, он в этом сам виноват, поэтому, ну типа, сам так организовал, все, пока никакого поражения не было, типа, и абсолютно, я думаю, со мной бы согласились все.